Иван Никифорович Шумейко. Родился 24 ноября 1924 года. Воевал в Краснодарском крае, в Голубой линии, Абинске и Крымске. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, орденом Славы второй степени, медалью Жукова и юбилейными медалями. Проживает в селе Львовском с дочерью. Окружен вниманием и теплом. Уважаемый Иван Никифорович, поздравляю вас с Днем Победы! Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас. Все им пережить довелось. Пусть мирно живут на планете все люди огромной Земли. Пусть яркое солнышко светит. Пусть дети не знают войны.